Дайте шкаф здесь. My love for you, ты здесь? Локи, поставьте шкаф перед профом, вижу. Кажется, мат, блядь, вылетел. А туда на пулемет. Написала, что она там белье развешивает. Посреди боя? Не до этого еще. Она уже в бою была. Да, в аккаунте есть. Я здесь, говорит. Но молодец. Проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает. Что там, на скольки надо стопать процентов? Я скажу, когда. Давайте подходим ближе к боссу. Не прожимайте, пожалуйста, крылья, фуриковские бурсты, копии, хантовские бурсты, разбойники, там что-то не прожимайте, не вызывайте гаргулей. Бога ради, пожалуйста, оставьте это все на переходку. Шлатоны просвещенные в этот? Я, да. Просвещенный. Дойду. Давайте подходим ближе к боссу. На счет 3 я буду пить стол. На счет 4 выпулить. 1, 2, 3, 4. Давайте бьем. Не прожимаем бурсты, стопаем ДПС на 88%, да, правильно же? И все далеко от зеленого отходим. О, вот и Эрдру фейл, пожалуйста, омоложение и буйный рост на куклу постоянно. Тупо по КД, омоложение вообще не должно спадать. Фейл, стоп, не вижу ход. Дамаг, стоп, прийти дамаг, не стоп, бейте ДД босса. По боссу убрали, все босса. Клавиши петов убрали. Мак, не бей босс, шипа, не бей босс. 2% до перехода, стоп ДД, блядь. Все далеко от слизня, милики стали спиной к РДД зоне. Побежали в центр все. Все, к столу идем, все боссы перевели к столу нам. Вот сейчас прожимайте свои бурсты вонючие и бьем слизней по дебафу. Все фулл ДД слизней по дебафу. Боб и паладины найдите у себя на панели. Красный, готовимся, смена, отошли от него. Кот, кот, уебывай. Все, все в босс. Колбы смотрим, колбы лужи. Пельмени пойду сейчас. Омоложение кукли. Все, вижу, красава. Красава.
красный появляется, отошли все от него. Красного, все бьем красного, забили на босса, все в красного свич. Под кран зеленого идем, милики спиной к центру, РДД в центре. Смотрим только пельмень. Рейден, ману залейте, холи пол. И босса бей в милизоне. Ты печать мудрости вообще не юзаешь, что ли? Все зеленого. Пельмени в куклу летят. Выводи. Стоп дамаг по боссу. Стоп ДД, по боссу не бейте. Босс. По боссу не бейте. Все, все. Все, а, блядь, к столу. Все. К столу переходим. Тоже испугал. Бьем слизни по дебафам. Давайте рост. Красного подальше. Вводи красный смена. Готовимся к красной смене. Хорошо, хорошо. Ой, заебись. Все, давайте. Фейл, поднимай, пожалуйста, паладина. Фейл, поднимай, паладина. У кого есть реги на диван, паладина? Да. У меня холи пал. Священный, да. Пускай холи пал. Хорошо, хорошо, все. Нам не... Но нам не понадобится он, но если что, будет на это. Давайте сейчас колбы будут, вывожу отсюда. Давайте добиваем. Сейчас будет очень дохуя дамага, не будет, вы молодцы. Все, поднимите, пожалуйста, алкаша нашего местного. Я живой вообще-то. Да вон там маг. Эй! Пояс на мэй. Тебе что, он нужен, Джейм? А мне нет такого пояса, я не знаю, зачем его, правда, одевают. Так тебе и не надо. Чему? Потому что ты не играешь. Это логично. Токен покорителя на мейн. Ты это специально, чтобы больше мне ГП влепил, да? Не, я правда его бы забрал. Хочешь, я заберу за фулл ГП? Не. Кто из вас выше по ПР? Ну что? Дарион, Эдриага, фейл, мейл фейл. Эдриага правильно забирает токен? Правильно. Давайте сдаем квест. Идем на ледяные залы. Отдавай ей, она выше. Шаман, у тебя на шамане Юва? Не, у меня здесь инженерка и портняга. А есть ювелиры в рейде? Есть. Все, вот моя... Там квест был на чему или что? Да. Да. Делаешь два камня на силу. Я дам рейди. Да, сделаю. Идем на Синдру, на Валитру идем. Не АФКшьте, пожалуйста, самый сложный трэш, вы в АФК куда-то уходите. Шоу курить. Я сзади или где? Да, давай-ка идем. Блин, да, бил, минуту не могу терпеть уже. Сука, сказали же ссать в штаны.
себе и пос... Мне тоже надо пиво. Пойду, кстати, тоже пиво возьму, у меня со вчера осталось. А мы что, на Синдру, что ли? Мужики, а мы на Синдру идем? А точно на Синдру? Че, куда идем? Ебать, если ты кинешь истерию, я тебе выебу в жопу приеду. Нападем в Синдру, бьем. Да, бьем вообще. Если ты кинешь истерию, это значит, что у тебя латентное желание, чтобы я выебал тебя в жопу. Слушай, это ты не натурал, оказывается. Я... А я нет, это этот... Джерин. Ну, если кинет истерию. Ты что, в натуре пидор? Да не надо. А что, Хаба, у тебя есть хил, да? Паладина, у кого есть хил? У меня тоже есть хил. Вот, у нас уже два эршама. Холли Пал есть у кого-то? Там четыре эршама. Эрдру, ДЦ есть у кого-то? Блядь, Эрдру, ДЦ, Холли Прист есть? А что вы стоите, молитесь или что, блин, я не понимаю? А что, я думал, Крок должен пойти. Он уже не ходит. Теперь ДД ледяной бьем череп. Ильдики левый. Максимальный ДПС в трусы вливаем. Максимальный ДПС в трусы вливаем. РДД, не подходите к трусам, там бьет льдом, тварь. А что вот эта носительница смерти, это она призывает? Мы ее не добили? Да. Типа? Нет, это второй моб. У меня 20 стаков за лупы какой-то. Можете меня хилить, пожалуйста? ДК с тебя нужно забрать. Бери ДК, кого? Я не соображаю, просто вы тут что-нибудь подсказываете. Господи, хильте, пожалуйста, одна секунда осталась. О, спасибо, Аллах. Ну и всем хила. Так вы сейчас хилам будете МК давать. Джерин, забирай там каких-то тварей, которые крутятся. Шаман забрал. Сейчас уведу. Те двери на танке. Так, все, я думаю, дальше вы тут забьете без меня. Спекайтесь, хилов два эршама. Я сейчас подойду.
прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного... Жалкие невежи. Я привлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза Блить. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. А, поставьте хавчик. А или стол поставьте. Маги, дайте стол. Фротон, ты тут, Фотон? Давайте, 4 Эршама и Холи Пал в порталах. Фейл на рейде, Трисия, ты можешь в ДЦ спекнуться? Я думал, водки попить, ну ладно. Короче, фейлы, Трисия на рейде. Фотон, не надо спекаться, не надо спекаться, Фотон, бля. Почему? Ну зачем? Нам нужен хоть один ШП в рейде. Хорошо. Паш же, я попросил спекнуться в ДЦ, Фотона не попросил. Они взяли, блядь, оба спекнулись. Давайте, пожалуйста, вешаю звездочку в порталах. Сколько бы у вас ни было стаков, какая бы у вас ни была ориентация, все время летим в звезду, блядь. И не летим раньше нее, позже не летим. В звезде, чтобы вы впятером собирали одинаковое количество стаков. Это столб, звезда. Убери звезду. На пол. Убираю. Кому повесить? Шанану вешу. На счет 3 начинаем. Если кинут истерию на босса, Джерри он кинет. Я не знаю, у меня жопа просто загорится. Не это надо, будет даже хуже, чем Full Metal и все остальные вместе взять. А с какой стороны я танчу? Давай, Димон, я в тебя верю. Джерри, я справа, да? Подавить или справа? Справа хуй забили, да, на подавителе? Лева хуй вообще, вообще ни одного здесь дыга. Это что? Бать, Славик, ты вид, как будто уже истерию тебе. Ну, блядь, если я еще 20 косарей прибавлю, то он точно кинет. А сзади встречаемся. Мунквин, я вижу, что ты не бьешь. Давайте зажжем. Я хочу, чтобы ты его бил. Он ему голду передает.
Смартку, я вижу, что ты не бьешь, трэш. Я хочу, чтобы ты его бил. Та же самая мага. Вот это. Ты стороны ежать. My love for you тоже много. Я блядь, стерею, блядь, со время тратить лишнее. Не говори ерунды. У нас не будет лишнего времени. И просто если сейчас Джерин кинет истерию, и кто-то решит, что это смешно, да блядь, рейд закончится. А потом я прошу Олега кинуть Джерина нахуй, пусть кнут идет. С чем приходить фуловый персон в рейд? Тебе ничего не надо, короче, и подъебывать. Вот, ну. А, возьмите стаки, блядь, мой хулипал занял мой портал. Пламенный. Там, чтоб не проебать стаки. Почему Джерми постоянно ноет? Я не понимаю. В смысле, блядь, вайпаться из-за истерии? Ешь нету. Пока. Он дурачок. Он может кинуть, он кидал уже просто истерию. Он кидал, блядь, на 99%. Я в него верю, он не кинет. Че ты пиво хлебнула, разговорчивая такая стала? Впереди встречаемся. А чего нет? Быстро он как-то мне. Мункин, ты нанес 40 тысяч урона с тобой. На 70% да. Да, не захилит. Ты уже нашел на панели, Дима? Давайте, фотон, гимн на хп. Подавители бьем. Все подавители слева. Хаба вылетел. Вовремя. Здесь тут не дохилим. Захилить. Нормально. А огненный справа кастует. Сделайте что. Давай, Трисия, гимн на хп. Бля, зачем вы умираете? Огненного справа бейте. Если можно, то гимн на ману. Если можно, то гимн на ману. Даю гимн на ману. Ну его кидалось, а мне нет. Так, кидай, Димон, давай. Чего так быстро захилили? 4 секунды не хватило. Штаны на протопала нужны кому-то ПВПшному? Эвелима стоит? Фейл. Фейл, не, оставайтесь все, два шамана в хилах оставайтесь. Фейл, тебе нужны наручи без ГП? Кому-то нужны эти наручи, друиды? Давайте в 6 хилов будем бить. Не надо спекаться в Алема. Прикол. Мне в ДЦ или в ШП? Не, тебе в ШП. 4 Эршам, Эрдру, Холипал хилы.
Всем, кто сейчас не уйдет АФК, будет 200 ИП дополнительно. А как ты это посмотришь? Ну, ты по рекаунту. Кто, ну, кто больше меня надамажил, тому ИП. А если я хил? Ну, тоже ИП, если ты хилишь, стоишь, я буду смотреть, что вы хилите. Кто больше тебя нахилит? Да, ну, я фотон. Дамажить. Фотон, проходи вперед, пожалуйста, что ты тут стал? Мне кажется, ты нас наебёшь сейчас. Сейчас проверим. Хорошо. Не, у меня приоритет большой, я могу идти. Я пошел. Можем тебе ГП начислить, чтоб убавить. Ага. О, давайте. Давай, mail of for you, блять, mail of for you, рассказывай анекдот. Ну хорошо, сейчас. Сашка капает глазные капли в глаза. Пару капель в один глаз, пару капель в другой глаз, пару капель между ног. Удивленный Мойша спрашивает: а туда зачем? Эта бедняжка тоже давно ничего не видела. Зачем? Хуйня, анекдот, они все смеются, чтобы подкатить к тебе. А первый Джейми начал. Не очень понравился, если честно. А потому что, наверное, пидоров нету, да? Не было. Не люблю пошлые анекдоты. Хавкер, притяни, пожалуйста. Это классическое, такое юморочное. Про скорую помощь говорил. Сам про геев всяких рассказывал. Вот молодец. Ебать, это для меня не пошлый, это обыденность для меня. А, окей, окей. Все понятно. Ваня, уже можешь найти АФКшить по рекаунту или нет? Нет. Пока не добьем, нельзя. Можно АФКшить 2 миллиона, блядь. После лича можно идти АФКшить. Вот зря ты так сказал, Трися. Сейчас все пойдут АФК, которые задамажат. Ребят, если я буду ролики на YouTube снимать и в рюмочную скидывать, вы их будете смотреть? Только он у меня нормальный будет, не как у Войда. Если это не пидорская тема, как у тебя обычно, то можно посмотреть. Спасибо, Сан. Это важно, вот, на твое мнение. Еще кто-то будет нормальным? За каждый ролик плюс 100 ИП. А зачем его стримить, если... Там стримит группа ВКонтакте полностью все матчи. Пиздец, ману просто в ноль высадил. Бля, пацаны, если честно, забыл свалить 3 рекаунта обновить, не видел, кто дамажил, кто нет. Не могу вам ЕП начистить, сори. Нет. Ладно, есть у меня вот такой рекаунт. Серсея хуй, Патон хуй, Мунквин хуй, все остальные нормально. Что-то случилось? Серсея, это ебанутый что ли? Ну, Серсея у него ник. Серсея. А это что, не Алина? Смотрите ему учебник по английскому, а? Я думал, это Алина на персе Капара сидит просто. Шанан и Хаба тоже до сих пор АФК, тоже 2 хила, короче, минус. Быть тут — это не значит бить трэш.
Этот орган дает человеческую жизнь. Ты обозвал нас такими? Что, уходим или сразу встречаем? Уходим, уходим, уходим. Что у тебя там во рту? Догадайтесь. Чипсы. Я думал, что Рома знает мумитроля. Тотемы уберите, братишки, наверх идем. Вы чуть-чуть пожрёте, это ж такая хуйня. О, Саня, чем ты водку закусываешь? Огурцами, мясом. Давайте. Танки одевают фрост-шмот. Фрост-шмот танки одевают. Поставьте рыбу. Там магия МК, забирайте свои. Танчит босса Кеншин. 6 хилов у нас. Если вы, ебаный РДД, будете хлопать, я отправлю за вами чеченцев. Я открываю полученный урон. СС кинуть. Херсон кинь СС на Фейла. А Харзул кинь СС на Трейдина, на Холли Паладина. Хилам можно хлопать, если на 5 хилах будет магия. И то не всем, я скажу кому. Если 2 хила без магии, вы все стоите и не хлопаете. Каску дайте паладинам. Просто не хлопайте, и все, больше ничего на этом боссе делать не надо. Если мы упадем, первые 3 человека по хлопкам получат ГП по 200. Все, кто умрут от бомб или притяжки, получат ГП. Если мы не упадем и убьем с первого трая, первый человек по хлопкам получит 200 ГП все равно. Если там будет 1060 всего, блядь. Он же 60 нахлопал, он же долбоеб. Ты даун или что? Ну значит не надо 60 даже хлопать. Ребят, 60 это дохуя. 60 это всем по 4000 ХП отнять. Дохуя. Дайте рыбу. Давай, поехали. Рыбу пристабав. Инту. Дайте рыбу. Стоит слез. Инту маги дайте. Давайте, чек на пол. Кто-то Джерион просит. Дайте мамонта просит, Джерион. Да не надо бегать за пухнастиком, дайте вот стоит в центре нормальный маунт натурала. Хуёвый стяхуйц. Давайте чек на пул, блядь. Мурлок, блядь. Давайте, все готовы, начинаем. Захиливаем рейд, 6 хилов, бога ради. Не хлопайте, не умирайте от бомб, притяжек. Все, скажу, склепы не бьем вообще. Увидели 250 тысяч склепа, стоп ДД в него. Давайте, на ком магия, не хлопаем. Один стак сбросили далеко и стоим в кучке. Притяжка, готовимся. Беги, малышка, беги!
Убегайте, ребята, убегайте далеко. Звезда уже, видите, как далеко бежит? Что-то надо кто в ЦРК, а то я не отверу вирит, только дали. Блин, Вань, как у тебя всегда его не вовремя вырубают, прямо перед ребром. Ну. Пока не надо. Ну, если что, ВРК включить. Расходимся, набираем рейндж. Склеп, за которым мы стоим, вообще, блядь, не бьем. Склеп с кружочком не бьем вообще. Бомба падает в центре. Все остальные склепы до 250 тысяч. 250, стоп ДД, правый самый. Стоп полностью по нему. Слева близко падает в центре. Центральный стоп, правый, слева правый. Далеко. Правые склепы не бьем. Вообще склепы, стоп ДД, ни один не бьем. Справа на лестнице. Справа на лестнице падает. Все, разбили. Сбили склепы. Охуенно. Вот так, чтобы все время было. Каждый, блядь, взлет. Шанан, у тебя 160 тысяч. Ты претендент на 200 ГП. Подвеску заберет, наверное, хаба сегодня. Я же хил, мне же можно. Можно, когда на охуенных хилах магия на всех пяти. Тогда можно. Сейчас не надо. Вас шесть, блядь. Блин, ну, вдвоем. Я еще не понимаю, на второй фазе, когда вешается дебаф. Но здесь. Я хочу, чтобы фаза. Вы все время не хлопали, но нахуя это делать? Я еще понимаю, когда там 4 чувака, 4 КГС хила, и ты один хилишь и тащишь, и без тебя никак. Ну, блядь, ну 6 хилов. Ну куда вы, блядь, им хилите все? Склепы в сторону. Кружок, склеп не бьем вообще. Остальные склепы до 250 тысяч. Бля, вы друг в друга прыгаете. В центре, в самом центре падает. Блядь. Справа близко. Шаманы, большую волну в себя кастаните, чтобы всех выхили до конца. Знаем, знаем. Слева близко, правые склепы, стоп ДД. Левый склеп один, стоп ДД. Все склепы, стоп ДД. Слева далеко падает, вообще не бьем. Берегите склепы, все бьем, разбиваем. Лес. Боль стаков на всех. Скоро фаза 2, ни одного стака освобожденной магии не иметь. Обморожение не больше 3. Фаза пошла, первую метку под босса. Все станьте в центр, в ромбик придите. Пухнастик под босса, мили-зона ушли. Ушли милики. Левее чуть-чуть, левее, блядь, тебя откинет. Бьем склеп фулл ДД. Следующий склеп под босса и не бьем его вообще. Мунквин под босс. Не бьем склеп, не бьем. Встали, чтобы вас не притягивало. Беги, малышка, беги. Не бьем, еще не бьем. Давайте бьем, бьем склеп. Пороти ты пиздец. Давай суслика. Разбивайте склеп. Давайте рост. Фейл, поднимай суслятинку. Под босса, все под босса несем. Вот, Лок вообще молодец стал. Держим танк. Под босса, ни в чем, под босса милики ушли. Разбиваем. Под босса, не бьем. Этот склеп не бьем. Притяжка.
Я не вижу склепа, блядь. Склеп сзади, я пошел выносить, но у меня нет. Беги, малышка, беги! Давайте, тряся, гимн на ХП, как отбежишь от притяжки. Пиздец. Танка держим под босса, хорошо. Давайте. Не суетимся, не суетимся, все хорошо у нас. Войд под босса, под босса. Милики ушли. Блять, ты чуть меня не заморозил. Хорош, хорош. Под босса, маг. My love for you, под босс. Ушли милизоны. И скидывают стаки за глыбой. Скидывайте стаки за глыбой. Под босса метку следующую. Ультрашаман под босса. Милизона ушли. Хватит сзади там хлопать, блядь. Престов нету, гимнов. Давайте хилы, смотрите за нормально. Убегайте, убегайте. Хавкер в сторону, неси в сторону. Пейте, босс. Следующий под босса. Хорош. Нахуя? Вот туда, ну, сорян, ребят. Класс. А что было? Стол, вижу. Аллах Акбар. Он просто... Шанан ему просто заплатил, чтобы он... Нет, просто рейд сильно проседал и я хилил. Пиздец, блядь. Но ты мог нас вайпнуть. Ты видишь это? Я же не вайпнул. Сложно. Ну, мог. Вполне возможно. Я тоже мог вас вайпнуть, интернет отвалился. Васап, забери осколок там. Не успел лут поменять. Он лежит мертвым. Ресните его. Всех ресните. Так, я в Элема спекаюсь. Хаба, в Элема нет? Да, в Элема. Ролим шею на мейн. Сейчас самый конченый этот портал. Портал. Токен завоевателя на мейн. Фейл, где ты? Подожди, не убегай. Давайте идем на совет. Мне нужно отойти на 10 минут. Ты, блядь, я на лича уже шел. А кто из вас врывается? Корзул, да? Корзул. Так, фрошмот надо не забыть перенять. Давай. Давай, но только не забудь вернуться, пожалуйста. Мы менять не будем, пока тебя... Хаба, спекайся в хила, там стол подошел. Услышал, Хаба? Да, слышал. Красава. Ебать, конечно, стол ты выдал. Взял на свайп. Прикольно, там он Эндриага и Фотон надамажили меньше, чем я на Синьбе. А, кто-то васап спекнись тоже в танк еще. Давайте тут фулбаф дадим, всем шкаф поставьте, пожалуйста. Давайте фулбаф парейд, все здесь. Чё, печенька один? А чё, кому отдать должен был? Всё, смотрим. Ну, ты вроде сказал Харзул. Либо по эру ты. Ну, ок.
Я отойду на минуту прям. Я-то с вами отправлю, чтобы он вас бах. Давайте, агрим трэш. Чё, давайте сферу пухнастик возьмет, мы его нормально похилим. От всех трэшев весь убьет. Я понял, кто-то уже ее взял. Давайте, стойте все здесь, контролить никого не будем. Сейчас я одну пачку приведу, и тут ее будем дамажить. Ветки только растащат, они били точечно цели пока что. А я не знаю, кого надо бить. Большого бейте точечно. А там две пачки пришло. Ну, с патрулем. Значит, бейте всех с патрулем. Давайте на тактика повесил кружок, тактика лупаш. Магию замораживайте. Кослик большой. А паладину станы раздавайте. Если есть еще войско, вызывайте. Ладно, почти забрал. Дайте иннеры хабе. Сова, кот, иннеры, пожалуйста, Эршан. Во сколько мы ребро начали бить? Где-то 30, по-моему. 9. Где-то 28. Ну, уже больше, чем полтора часа прошло. Пула ребра сейчас, этот, час 35. При пуле выпил фласку на 2 часа. Сейчас у меня 25 минут еще. Тогда ты нормально, 2 часа, может быть, успеешь. Сейчас 3 вайпа на совете, 2 на лане. 8 или еще. Давайте резать войда. 2 на пула, дайте Талдорама на Кеншиона. Есть время, смазать есть время. Вас обспекайся в ДД с серией хуерия, иди сюда на кинетике 2 ханта и ой ханты 2 шп на кинетике. Отойди, не умирайте все больше. Не, да пусть и совы тоже побьют, если падаете. Ну пусть все побьют, но ДП будут получать за кинетику ханты 2 шп. 300 баф. Запустили. Да, запустили, бегите. Бегите к боссу, запустили, стоп, давай беги сам. Я не знал, что так быстро вернешься. Талдорама на пульте на Джеррилена. Кто-то запустил, тот хуесос. Yeah.
Хорош, хорош. Далеке кинетику подержите. Давайте рост. Рост. Сука, сказал же, ёбаный в рот, а. Бля, что-то побежал он. Ну почти заебись. Все, столб, ты это ФКшил? Да, да, да. Давай хаба обратно в ВЛМ. Пушка упал. Спасибо тебе. Катушку на мейн. Кто скажет по ПР, кто врывается? Или, блядь, да, были в угореть? Сейчас скажу. Суслик. Да, суслик лучше всех. Сейчас были в Пугарейде, блять, по 90 роллы кидали. Плечи нужны друиды кому-то без ГП вот эти. Спасибо. Ёпта. Давайте на лане рост не даем, вообще не даем его. Чтоб вы случайно не нажали, я вам заранее говорю, не давать рост. Ты магу потом. Большого мага. Есть у кого-то тотал по смертям за весь инст? Спасибо, ребят, вы такие отзывчивые, спасибо. О,
У вас у всех пиздобольство разное какое-то, кому верить. Но никчем много раз умирал, поэтому верю Трисе. Трейдина вообще нету. Ну чё? Давайте, проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает. Копар, заебал АФКшить. Ты год не играл, ты что, не на АФКшился? Какие дела, блядь, тебе не дадут, тёлки, иди сюда. СС кому? Да тут не нужен СС. Или чат расскажу. А, да не вешайте КД на СС. Самый легкий босс в ЦЛК после кораблей. Да он откатится. На хапал, окинь трейден. Кулак варом, пожалуйста. Подпрыгни, трейден, я тебя не вижу чуть. Димон, подходи вперед, Димон. Давайте, мы с Джерионом пошли, пулим. Пошли, пошли, пошли. Фурики, не чаржитесь тут. На кого-то зеркало. Я голодна. Ралли, не дай бог меня укусишь. Пойду. Иди себе повесь, пожалуйста, антифир, на кого я скажу. Попытайся успеть. Как бы сам бы сообразил без твоих подсказок. Красава. На лока, Херсон. Оно нежить. Давайте рейндж набирайте, не умирайте, пожалуйста. Даю саку. Начинаем представление. Еще раз повторяю, рост давать не надо.
Бля, щиток по ласке спадает, сразу жизни такие чу-чу-чу-чу улетают у меня. Ману холи полу залейте, инер. Трейдер. Бля, как ты хилишь? Блять, не поверишь, охуенно. Да. Ебучие копии, маг, пиздец. Да меня до этого укусили. Я ж написал, что мой маг все равно ралли пробежал. Видишь, но... Копье без ГП нужно кому-то? Я уже бежал кусать Джерриона, но, сука, не успел чуть-чуть. Так, сейчас я зайду на Лока. А ты больше за Лока ДПС, да? Штокен покоритель роли. Ну, на 1,0 ДПС дам больше. То есть так же хуёво, короче, дамажишь, да? Не, ну, короче, минус от того. Да я не помню, блин, я последний раз за Лока играл, ты не знаешь, когда. Дэм, его сбивать не надо будет. Я думаю, за Африка там не сложно. Не, за Африка сложно. Я знаю, что его сбивать не надо, но просто если он даст 6 КДПС, то лучше пусть он шаманом остается. Нахрен на Лока заходит, я не могу понять. У нас есть Элем без него, а Лок типа профитнее наличие. А есть люди, у которых траблы с тактикой, кому надо что-то рассказать про лича или нет таких? Есть. Mile of you, for you, нет, trade in. Нет, у меня все в порядке с этим. У мне вас расскажи. Все в порядке. Иди нахуй. Пиздец, ну ладно. Первая же ловушка, нахуй, половины РДД улетят. Просвещенный, ты реально не знаешь тактики? Тебе надо рассказать или ты врешь? Один раз рассказать. Просвещенный, смотри, на первой фазе ты бьешь лича в спину. Короче, ягер пишет мне в личку, прими чувака в гильдию. Пишу, нету прав. Пишет, а у Войда есть? Пишу, не знаю. Пишет мне в личку, Слава, прими чувака в гильдию, это мой друг. Мне же. Найс тактика. Свет еще Рома не открывал. Ладно, короче, звездочка на столбе. Холипал, ты чему можешь диспелить? У тебя не будет с этим проблем? Не, хилбот под этот подтаранивает. Я приспелюсь. Давай, столб, хорошо. Ты диспелишь, Войд, на тебе кружок, ешьте рыбу, поставьте джипса у кого есть. Есть джипс у кого-то? Фотон, ты здесь? Да. Иди, пожалуйста, к нам. Давайте, столб, ты хилишь, чему диспелишь? По СС-ам. Херсон, ты, пожалуйста, свой СС на второй переходной фазе вешаешь на Джейми, на протопала. Харзул, ты свой СС вешаешь на Кенсио, на БДК на второй переходной фазе. Вот так. Все, больше, ну я не знаю, с чем проблемы. По станам, да, станы. Я, короче, станю на всех волнах валик трусы. Я останю трусы на всех волнах валик. Правильно? У меня же без КД будет оно каждый раз, да? Да, да, да. 30 секунд КД. Войд, на всех волнах валик станешь ромбик. Войд, ты в состоянии это сделать? Ну, ты как думаешь? Первая волна валик просвещенные печенья. Вторая, смартку станешь кружочек. А сразу или когда скажешь? Первая волна валик появилась, просвещенный станешь вальку молотом правосудия, точечно, не жмите гнев небес, вообще нахуй его уберите, сожгите, точечно просвещенный станешь кружок на первой волне, на второй волне смартку точечно кружок станешь, на третьей волне просвещенный. У нас всё. Есть. Ты 6 раз сказал, у нас есть. Да ты потому что перебиваешь. У нас есть кот, который может все кружочки встанить. Да хуйная кота, кот пока кастует кружочки свои. Давайте, есть Дживсу, Джерриан сломан. Можете Дживса, блядь, поставить? Да пусть ТП-шится при суммоне, если так долго не отвечаю. Дживса нет, Джерриан, у тебя срочное что-то?
чек на пул. Он портанулся. Ну, мы суманем сейчас. Если с бафами все хорошо, подтверждайте готовым. У кого меньше 15 минут какой-то баф, обновите его. Обновите все бафы. Сопротивление темной магии, 14 минут. Я сейчас обоссусь. Давайте еще раз чекаю, подтверждайте нахуй готовность, похуй на ваши бафы. Фотон. Все сколько готовы? Один? Босса запустил шанан, если что, чтоб вы знали. Инту маги дайте. Маги, интеллект, РДД в звезду. Звезда у нас на столбе. Милики в ромбик, ромбик у нас свой. БДК тут? БДК тут. Отойдите, пожалуйста, от босса, чтобы он вас случайно не задел своим мощным мечом. Девчонки, можете обратить внимание на мощный меч Лича, у меня примерно такой же. Там мальчика можно обратить внимание? Ну, если ты так концентрируешь на это внимание, то, наверное, у тебя он не очень такой, как у Лича. Ну, только если вы красивые мальчики. Ваня, если ты видел, какой у Лича, я тебе сочувствую. 5 секунд до пула. Идите нахуй от босса. Если он такой же холодный, то мои соболезнования. Скоро отвалится. Тебе видней. РДД ловушка, двинулись. Чумок, готовимся, в трон несем в ледяной. Дарион, чума. РДД, ловушка, двинулись. РДД, двинулись. Чему приготовились, одна секунда. Фотон. Подальше, отойдите, шанан, блядь, вообще в трэше стоишь. Ух, Настик, милики двинулись. Милики двинулись. РДД двинулись. Переходка на край, ушли, 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 ушли на край. Что так быстро? Вижу, сорян. Вообще-то спел уже. Да-да, сорян, извините. Да, меня убьет сейчас шаркаль, что делать? Каплю попросить. Стан давай. Все. Бля, вообще было рискованно. Ксюха звонит, мне сейчас выебут, блядь, из-за вас. Быстрее бейте, блядь. Там паладин улетел. Слышал, стана нету, половину летел. У нас кот есть, какая кружка станет. Ставь все кружочки. Кружочек это останется. На второй такой кружок. На вторых только. То лучше стан оставляй. Ничего страшного, ебать. Паладин в холле пал, на второй фазе ромбик станешь, все. Точно в босса стали быстрее.
Ну, он без мана опять. Бьем все три. Рост, давайте рост. Ромбик тоже бьем. Ромбик дал, но бьем все равно его. Вышли, вышли, слушай, добили Валя, всех бьем. А я труса. Все живы? Да, кто в ромбике? Звезду все. Звезду пришли. Лужа выбегает вперед, к ледяному склепу. Отойдите, служи. Берем звездочки. Сейчас скажу по БРам, пока стоим. Лужа вперед. Они все включены вперед. Я не знаю, я только трусы вижу застаненные. Тупо только трусы стоят на одном месте, как стояли. Фейл. Ну все, минус хил. Фейл, поднимай хавкера. Почему вы, блядь, не бьете валькиру ебучую? В центр все идем, в центр. Быстрее, быстрее за спину босса. Звезду. Звезду. Станы валькам. Треугольник не трожьте, треугольник не трожьте. Ромбик, кружок, бьем две. Сквернение 1 секунда, разбежались рейндж. Рейндж наберите, хапки. Центр лича. Иннеры ультрашаману. Все иннеры, которые есть, ультрашаману. Где банка, дайте. А, вижу, вижу. Все в звезду, стали кучно к боссу. Бьем валькир. Трогай, трогай. Чей не застал. Чей устал, пожалуйста. Захиливайте, рейд босса пьем. Давайте будем босса сейчас переводить. Прожимайте, все свои абилы прожали на ДД. В центр пришли все. Вернение 3 секунды, рейндж наберите чуть-чуть. Рейндж, сейчас лужа будет, лог, заебись. Все босса бьем в центр, бьем босса. Валик забили босса. Валькам станы как даем и босса хуйбьярим. Сразу на край его ведешь. Край бежим. Веди на край, Диман. ХЗ там все указано. На край. Ну и на ХП давайте сакал по. Блять, скивы дауны нахуй. Дай, бегите. Сука, конченые, блять. Хаб встанет. Мак лежит. Херсон, сука, не умирайте, блять. Как ты умер, нахуй? Даю СС. Я не знаю, блин, падать надо. Давайте СС. Ну кто это? Кто-то сказал падать? Да ебать, блядь. А, Пухнастик, ты поднимаешь Войда? Сферы. А, шары бьем. Шары, блядь. Бегите, бегите нахуй от шаров. Нет, все. Да там Берса, Роман. Да, все, падайте. Да кого у нас? 4 трупа всего лишь. Кого мы не убьем? В минус 9 4, убивали. У тебя что, глаз нету? Тут человек 10 лежит. Больше. Сейчас 3 человека улетели на вальках, 3 мертвы на платформе. 2 БРа есть. Ты умеешь считать или не умеешь? Я умею считать. Ты больше сдох, блядь, лежал. Просто так. Да там никто уже не сказал падать, они... ты подошел, сдох. Да больше там лежал. Не знаю почему. Тука, вам что, по никам называть, кто сдох или что? На тот момент, нет, когда там мы были на платформе, я распределял БРы, было 8 трупов, 7 трупов было. 3 на вальках улетели, 4 на платформе. Хаба встал бы сам. Тебя бы подняли, и Лока Херсона мы бы подняли. Остался бы мертвый на платформе, только маг. My love for you. Все, блядь, кого нахуй еще вам нужно? Маг дамажит 6к ДПС, дает. Да и Валька внесла. Нет, она на платформе была. 12.
Почти 13. Да трай хуйня, ладно, не распаляйся. Тут не в трай дело. Нахуя ты умер, я не понимаю. Шары, блядь, никто не бьет. Поставь никто не бьет, шары. Трися, блядь, ШП, ну, Трися и Фотон. Вы должны бить шары. Хан должен бить шары как минимум 3.